Двое жителей Воскресенского района, используя запрещенные рыболовки, добыли водные биологические ресурсы в акватории реки Терешка. Позже 29-летний подозреваемый и его приятель продали улов жителю Татищевского района. На автодороге Сызрань-Саратов-Волгоград инспекторы ГИБДД при поддержке бойцов Росгвардии остановили газель, которой управлял 56-летний житель Татищевского района. Мужчина пояснил, что вез 150 килограммов раков в Саратов для продажи. При этом в его машине были обнаружены фиктивные ветеринарные сопроводительные документы. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов. Полицейские выпустили обратно в естественную среду обитания около 4500 незаконно добытых раков. Ущерб, причиненный государству, составил более 1 миллиона рублей. Кроме того, в акватории реки Терешка прошли рейдовые мероприятия по местам возможной установки браконьерских орудий лова подозреваемыми. В результате полицейские обнаружили и изъяли около 70 раколовок, в которых находились раки и речная рыба, а также лодку с мотором. Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Анатолий Чернов, Анастасия Безрукова, дежурная часть, Саратов.